И от этого холодно стало нам, двум чувакам, стоявшим около дороги, подуставшись с видом таким убогим. Стояли мы, короче, и голосовали. Я помню, когда-то машины проезжали, вот мы ждали час-другой, видим, такая маза. Навстречу нам бежит мужик с рулем от КамАЗа. Он подбегает к нам, бежит, как будто на настоящей тачке тормозит и говорит: мужики, вас подвезти, поехали, садись со мной. Иди ты нахуй, мужик, ты чё, больной? Я дальше, мы здесь и без тебя как-нибудь сами с собой. Но тот оказался непростой, он достает пистолет и говорит: садитесь в машину, выбора нет. И так мы поехали с ним, точнее, побежали, километров 5 пробежали уже, подустали. Тут мужик тормозит, и мы встали. Он говорит: там пост горит скоро, а у меня прав нет. Вы идите, а я по кукурузному полю в объезд, а через километр подберу вас. Вот класс, думали мы, обрадовались, что от придурка избавились, и направились к посту ГАИ, добрались, дверь постучались, с ментом заобщались. Кричим: нас тут один придурок с рулем от КамАЗа под дулом пистолета заставлял нас бежать с ним несколько километров. А, с рулем от КамАЗа и с намаза, мы давно его ловим, он без прав гоняет, зараза. А куда он поехал, вы не заметили? По кукурузному полю, не понимая, мы ответили. Тут приметили, как мент хватает руль от мотоцикла, по-моему, Урала. Кричит: садитесь, один назад, другой в люльку справа. И мы догоним его сейчас без базара, а нам не по себе что-то стало. Мы ему: мент, ты чё, дурак? Тут хватает автомат, по местам, ты в люльку, а ты назад. И так побежали мы втроем по кукурузному полю. Тут мент не кричит: почему ты стоя на прямых ногах бежишь? Ты ведь в люльке сидишь, а ну присядь, согни ноги. Я так и сделал, бегу и не вижу дороги. Холодно, голодно, мокро и темно, не видно ничего. Бегу, присев я на корточки, кукурузные початки хлещут по моей мордочке. Ноги затекли, нервный тик в глазе, спина болит, заклинивает в тазе. Я другу говорю: нахуя вылазили, ехали бы спокойно сейчас на КамАЗе.